Я приветствую вас на нашем канале, канале агентства недвижимости «Ваш верный выбор». И сегодня у нас обзор вторичной недвижимости. Это Чешка, двухкомнатная Чешка, северный район. Вот так выглядит дом. Сам дом можете видеть. Панельный и вот такая кирпичная вставочка. Честно говоря, не знаю, сколько дому лет, но явно за 30. Значит, по месту, по локации. Сразу у меня за спиной остановочка. Остановка «Градская кухня». Пойдемте дальше. Значит, что у нас здесь есть? Сразу с торца дома школа иностранных языков. Обычные среднеобразовательные школы. Одна вот прямо напротив, через дорогу. Одна во дворе и еще одна, 93-я, по-моему, если не ошибаюсь. Тоже здесь в шаговой доступности. Также во дворе есть детский сад. Ну, примерно так выглядят у нас практически все подъезды в Чешках. Здесь сделан косметический ремонт. Покрасили, как видите, стены. Квартира в самом обычном состоянии. Общая площадь 57 метров, 34 жилая, кухня 8, но обо всем по порядку. Зал 18 квадратных метров, ровной квадратной формы. Заменены радиаторы, поменены окна на пластиковые. И садик, про который я говорил, вот он как раз таки у нас, вы можете видеть его во дворе. Длинный коридор, посмотрите, тут, наверное, можно на велосипеде кататься. Вот. И, на мой взгляд, вот это, конечно, старое. Я бы вот это все разобрал, и площадь на коридоре еще увеличилась. Хотя, в принципе, здесь и так достаточно широко. Так, из коридора сразу попадаем в комнату. Комната 16 квадратных метров, радиаторы также поменены. Также у нас здесь пластиковые окна. Санузел у нас раздельный, плитка старого образца, которую вам придется, конечно же, сбивать и ложить новую, и бойлер на случай отключения горячей воды. Кухня 8 квадратных метров, правильной ровной формы. Вот эта встроенная кухонка тоже здесь останется, не особо дорогая, конечно, но мало ли, вдруг она вам на первое время вам пригодится. Окна выходят у нас так же, как и из зала, окна выходят во двор на детский садик. По коммунальным платежам. В летнее время это 4000 рублей, в зимнее время плюс 2000, соответственно, получается 6000 рублей. В последнее время квартира у нас сдавалась, квартиранты платили нынешнему собственнику 13000 рублей ежемесячно, плюс коммунальные платежи. Вы тоже можете использовать данную квартиру вот именно под сдачу в аренду. По стоимости самый главный вопрос. Повторюсь, дом в принципе не молодой. Кирпичный, Чешка, северный район, 57 квадратных метров. Стоимость у нас сейчас на данный момент времени 2 миллиона 570 тысяч рублей. Вы можете сказать, а что так дорого? Квартира в обычном состоянии, что-то требует ремонта, дом не молодой. К сожалению, сейчас такие цены. Еще летом этого года, какие-то 2-3 месяца назад, аналогичную квартиру можно было купить 1000 на 200 дешевле. Это был обзор двухкомнатной квартиры. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока.